А перед началом ролика я хотел вам порекомендовать игровой проект Геодап. Новая крутая моба. Многопользовательская онлайн-арена для сражений с элементами Аспен, FTS и RPG. Счастье для стратегов. Раздолье для ролевиков. Отличная площадка для сторонников боя лицом к лицу с врагом. Здесь вы найдете все, что хотели бы увидеть в играх данного жанра и даже больше. На официальном сайте вы сможете детально познакомиться с игрой, оформить платную или бесплатную подписку, выйти на связь с разработчиком и многое другое. Вступив в группу ВК, вы можете узнать все последние новости проекта. Всегда будете в курсе всех обновлений, конкурсов, пиратов, плюшек. Качай приложение, играй Теодар, погрузись в огромный мир лучшей моба игры. Приветствую тебя, дорогой зритель. Разлом. Это взрывоопасная, простая в освоении, но при этом уникальная стратегическая игра. Защититесь от волн нежити, выбирая правильное сочетание защитников, заклинаний и улучшений из 5 школ магии. Планируйте идеальную защиту, применяйте комбо заклинания. Кто играл в плантацию зомби, тот поймет суть игры, а я не играл в нее. Поэтому мы сейчас будем делать обзор. Посмотрим. На краю леса, куда почти не заходят искатели приключений, сгущается тьма. Она пробудилась. Хорошо, далее. Ага. Бежать от врага, бежать в панике. Иди за мной. Миновать тайный барьер. Попасть в мир магии. Чё, бля? Такая. Вас-то мы и ждали. Хорошо, жаль, что у нас было время подготовиться. Враг уже на пороге. Водяные создания помогут отбить. Так, хорошо. График прекрасно, прекрасно. Мне нравится. Так, есть перемотка, есть водяное создание. Вот у нас. Ага. Хорошо. Давай. Вот сюда. У нас есть водичка. Чпуньк. Дальники, это хорошо. Дальники очень хорошо. Ну, плюс за убийство, да, получаем дополнительные штучки-дрючки. Ну, все мы знаем наши великие штуки и игры. Так, давай вот сюда еще поставим. Ну чем ближе, она больше наносит. А, наоборот, издалека что-то больше отнял урона, вроде как, если я не ошибаюсь. Энергии великого дуба не хватит, чтобы справиться с большим количеством врагов. Нужно собирать и нужные. Так, хорошо. Так, ты кто такой? Грибочек маленький. Так, ты что такое? Эфирное создание начинает искриться, и так можешь собирать энергию. А, ну это больше энергии, но я понял, допустим. Вы быстро учитесь, не забывайте призывать эфирных созданий. Хорошо. Не такой, да. Призрак, вдруг говорит, что снежной горами открылся темный разлом. Куда он что там засунул, я не знаю. Так, смотрите, какой-то сундук. А вот он, на сердце леса кристалл, огромная сила. Мы должны защитить кристалл и отнести его в город. Только он может... Так, все хорошо. Вроде как, ну вот, пусть побольше будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, брать я хотел. Я призываю волшебные штучки. Печатрин. Все, нас убили, нас всех победили. Вот оно что. Так можно было? Еле обошлось, волшебная печать защитила нас. Но если уничтожить все печати, битва будет проиграна. Все понятно, будьте осторожны. Не, ну у нас просто не было возможности построить что-то. Вы можете использовать способность отозвать. Вам не хватает времени, чтобы спланировать атаку. Бой можно приостановить по умолчанию. Это делается пробел. Хорошо. Последняя волна. Ну. Допустим, сюда. Я вспоминаю детство. 18-го столетия лавата. Отзывать дух из битвы, устанавливая многую часть энергии. Вот так вот, войной. Все отлично. Надо еще на край, кстати, поставить, было бы очень классно. Ну. А че он сюда не ставит? Край нельзя поставить? Серьезно? Давай, здесь два. Вот так вот еще впендюрим, чтобы больше восстанавливалось. Сюда. Вообще вариант по две. Прекрасно.
Последняя волна, и мы победили. Великий дуб спасли всех и вся. Слабый искра поможет разгореть великую силу, особенно учетом того, что нас ждет впереди. А я не знаю, что нас ждет впереди. Мы получили ачивочку. Да, получили ачивочку. А если кому интересно, давайте я вам сейчас уделю буквально минутку, минуточку времени украду. Скажу, сколько она стоит для тех, кто, кому это интересно. Я, конечно, понимаю, можно сейчас скачать все, но все же 435 рублей данная игра стоит. А, отзывы положительные. Ну, системные требования, как всегда, минимально маленькие. Так, здесь по пунктам. Ну, конечно же, на низких, потому что на сложных я в любом случае не смогу ничего успеть. Так, идет битва. Этот все бьет картошку какую-то. Помогите! Камни для скелета смешать и куча засохшей грязи. Скелет бьет камни. Прекрасно. Сотворите заклинание. Так, допустим. На. Пошел нахрен отсюда. Так, теперь ты. В бой. Прекрасно. Давай, пошел. Цыги-цыги, аллилю. Уфу, отсюда. Ой, не в ту сторону, простите, я нечаянно. Я правда нечаянно. Не хотел. Но я не знал. Я не думаю, что он не успеет, наверное, нет? Теперь у меня есть дополнительное... Ой, вот это жопа. Последняя волна. Я волна. Последняя волна. На, добьем его тогда. Раз он не хочет нормально жить. Блин, ну здесь край. Сколько здесь до этой волны? Давай вот за быстренькой перемоткой, иначе так мы долго будем. Вот так вот. Так, давай-ка вообще на усиленную. Так, пусть пока еще терпит. Так, ты вот сюда. Ушу отсюда, уродец. Шипоклевский. Блин, ну здесь у меня, смотрите, на зло нету ничего, короче. Ну, допустим. Вот. Здесь хорош. Сюда ставим. Пусть восстанавливает побольше. О, отлично, прекрасно встали. Вот, заклинание это уже тема. Здесь уже... фэншуй, так скажем. А, ну, естественно. Так, здесь есть. Вот этого надо пиздюкоса. Ну-на. Вот, все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Куда бы ты ни шел, направо ты пойдешь, налево ты пойдешь, оттуда пойдешь. Ой, бля. Пошел нахрен. Давай, давай, отбивай, 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 братуха. Пошел отсюда. Мои камни не трожь, это мои камни. Все, научили своих малышей брызгаться как мило. Все прекрасно, я всех научил малышей брызгаться. Вот у меня есть каменное создание и водяной фонтан, новое заклинание. Прекрасно. Прекрасная штука-дрюка. Но здесь на одну звезду прошли, поэтому... Ну, ладно, перст. Там, наверное, надо было очень грамотно, очень умело. Там лучники, не дайте им стрелять в ваших элементарных. Используй стену. Для этого может выиграть немного времени. Что за стена? Подожди. А, каменная стена. Умеренный заряд позволяет поглощать большое количество урона, но не атаковать. Да ёб твою мать. Допустим. Ух, ух, это улучшение, боже мой. Не хватает Ну да. Сути-то он и не нужен мне, подожди. Может быть так все-таки. Давай так, по старинке. Пошел отсюда, постой, пока подыши. Раз. Плюй в него, пока он стену будет долбить. Ладно, минус один. 30, конечно, затратно получилось. Давай перемоточку. Блин, вот сейчас будет жоповато. Грядет волна. Ну пока справляемся. Типа. 95. Уху-ху-ху-ху. Ту-ту-ту-ту-ту. Надо поставить там, где появится. Ну давай, давай, давай. Отлично.
Давай, 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 давай. Технично, технично было. Так, сюда этого. Вне кошечка. Пусть дает нам ману с энергией. Так, отлично. Ничего, успеет. На. Пока получи люля-кибо. На. Успеет. Давай, 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 давай. Ну, на. Допустим. Есть, давай на урон пошел. Надо, чтобы лучники не успели нас бомбануть, Оливидерч. Так, ты сюда. Допустим. Раз, два, три, четыре, восемь. 15, 16, 4. Так, ты сюда. Давай, 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 технично, технично. Будь Бэтменом, ёпт. Так, двойной прошел. Еще на восстановление. Брызг любви и счастья. Ух, какой бронелобый кусок говна. Я вспоминаю детство. 18. Ох, тут пусто. Вот это вот жопа. Пошел отсюда. Блин, вот здесь нету никого. Это печаль. Пошел отсюда, уродец. Шупоклек. Так, вот здесь дальний есть, это уже хорошо. Последняя волна, кстати, еще. Давай побольше. Расставцы. Молодцы. Сосут концы. Вот это, кстати, надо нахрен отбивать сразу. Бронелобах этих петушар. Пошел отсюда. Без защиты. Отлично. Вообще никого. На 3 звезды. 3 звезды. 3 одиночества. Я и ты. В смысле? А, ну мы на слабой сложности же играем, точно. Поэтому одна звезда. Главное пройти, говорит. Главное просто пройти. Неизвестный враг. Хм. Ага, он нашел, нам есть чем поразмыслить. Хорошо. Что это такое? Мост строить? Вода замерзает. Речка замерзла. О, морозные элементари пришли на помощь. Оу, щит, мафеди. Так, кто вы такие? Я вас не звал, идите нахер. Ты и ты. Ты каменщик, отдыхай, Василий. Все. Че, типа, не допустить, правильно я полагаю? Ну. Гоу-гоу, тыги-тыги, алю-лю. Первая волна. Но они плюются, но... Так, допустим, я сразу просто сюда буду составлять. И пусть они воюют. Блин, у них броня мощная. Я отвечаю. Пока наши помогают, эти петушарики. Мы поможем. Домой иди, слушай. Так, ты тоже сюда? Вот не успел, отлично. Больно. Пошел нахрен. Ага. Давай, 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 братан, давай. На, еще разок. И бахнил. Так, тихо. Ну, конечно, мы урон один уже получили. Это как бы жиповато. Как бы уже позор. Ну ладно. Подумаешь, один раз пиздяк. Лучники, они такие говнистые. Я сейчас сразу поставлю, чтобы побольше. Вот они, вот они, вот они все собрались. Ой, хорош. Так, ряд есть у нас. Так, ты еще. Я вспоминаю детство 18-й столице целоваться, я купил тебе перловку. Так, вот так вот. Допустим. Хотя нахрена? Если мы и так справляемся. Грядет большая волна. Срать. Почему нельзя их? Что, нельзя прокачивать сразу? У нас тут целая армия уже и так водяных колхозников. Не успеет он дать. Отвечаю. Вот зуб даю. Спасибо, морозный элементарий.
Да я бы и так и без них справился, на самом деле. Чем мне их теперь дадут морозных говнюшочек? Типа, выполнил задание. Я представляю, на сложных что. Почему нет прокачки? Почему я не могу? Так, идет битва, опять снежные петушары. Есть еще? Каменная стена, она, конечно, хороша, но... Очки улучшения, 2 очки заклинания. Заклинания 2 еще есть. А, ну понятно. Ну, давай, допустим. Ну, в смысле, ну опять же они будут получать пиздюлей, а для чего? Чуть так. Что тебе надо? Выберите водяной, создайте и нажмите на картинку. А, вот она и прокачка наша началась. Молодцы. Посуд концы. Най-най. На-на-на-на-на-на-на. И чё? Приебавай. Угу, допустим. Пока нормально все. Но вот этих можно вперед поставить потом. Есть. Пошел отсюда, я сказал. Конченый. На, тебе каменного говнюка. На-на. Вот это уже больно. Так, ладно, пока перекур, типа. Я могу... А почему я только их могу прокачивать? А, вот это мой. Да, вот оно все. Да, я их могу прокачивать прекрасно. А, я все их могу вот в этих ледяных сосисок делать. Смотри, я предлагаю танков сюда поставить. Так, это вот пиздякнем сюда. Ну и все. Типа, стой, а если еще могу? Нет, только по одному уровню могу. Все. Оп. Угу. Я не знаю, почему вот этих я не могу развить. Так бы их тоже прокачать было бы очень круто. Ну не хотите, как хотите. Мое дело предложить, ваше дело упасть. Угу. Прокачка прошла. Отлично. Так, ты еще разочек сюда. Ты сосочек туда. И туда, и сюда, и сюда. Все, мой каменный баклажан не пропустит никого. А все, здесь 4. О, все, грядет большая битва, хорошо. Раз. Мне главное, чтобы эти мои танковали везде. Так, сюда. Лёты, посмотри, какие. Суицидники. Ну, они типа у меня хороши, конечно, но недостаточно. Вот так вот, сюда еще в пиндюре. Аливидерщик из... Великолепно, замерзшие пиписьки спаслись. Морозный элементарь. Ну так мы его можем прокачивать. Ну типа теперь упрощенно. Типа... И типа я теперь могу их выбрать, правильно? Сразу же. Не, ну в принципе логично, конечно, хорошо было бы. Допустим, чтобы не запариваться. О, тут еще другие петушары теперь появились. Мишки каменные какие-то. Вот. 80. То есть вот видите. А, ну смотри, все нормально. То есть у них действуют какие-то определенные. А, ну все ясно, ясно, ясно. Угу. 3 ячеча. Давай, ладно, каменную стену возьмем, так что быть. Есть еще заклинание у нас одно. Улучшение еще не работает. Не хватает. Очки. Ну, хотя бы один с каменным должен выжить. Один вот этот говнюк с карты, элементарь. Я понял. Скажите, где первый пойдет, и я вам скажу, спасу ли я его. Пошел. Так они что, вообще бесконченный. Оу.
Оу. Хорошее начало, ёпта. Шоу нахрен отсюда. Стена стоит, мне надо восстанавливать. Хоть немного, хоть еще одного поставить. Это жопа. Пошел отсюда. Пошел отсюда. Хотя бы магия. Так, пусть пока долбит. Отлично. Так, 25 ждем. Так, есть. Ух ты. Почему они отдачу не могут дать? Мне это напрягает. Давай, давай, давай. Он должен выжить. Это базара нет. Да пошел ты нахрен отсюда уже. Ты почти его убил. 60, 50. Пошел отсюда. Здесь уже сложно. Очень сложно. Давай, 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 давай. Пошел я. О, некромант, слышь. Важная писька пошла. О, срать тебе на голову. Пошел отсюда. О, призрачный. Грядет большая битва, так я еще даже расстроиться не успел. Пошел отсюда. Блин, стены не хватает. Так, отлично, пока стена есть. Пошел отсюда. Давай, 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 давай. Пошел отсюда. Мне надо хотя бы, чтобы один выжил. Блин, у моего одного заболели. Пошел отсюда. Мишка Гулливер, живи, брат. Лихой. Писюн крутой. Помогите остальным, я уже понял. Пошел нахуй. Почему на эти дебилы просто тупо стоят? Они ничего не могут делать, они беспонтовые. Так, надо этих в ряд хотя бы выставить. Хотя бы понемногу урона. Так, домой. Так, отлично. Блин, был бы он массовый, был бы вообще огонь. Так, он один. Домой, домой, домой. Обстрел, 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 обстрел. Стоять. Домой. Вот так. Давай, давай. Шустр, шустр, шустр. Пусть живут. Суки эти бесполезные. Все, здесь эти все есть. Так, ставь. Так, ты. Вот так. Дальше. Ё-моё, еще бы одна стена была бы. Просто огонь. Жопа. Нам жопа. Нам звезда. Все. Еще один сдох. Грядет большая волна. Вы издеваетесь или что? Ё-моё. Все. Аливидерчи, чики, бомбони. Нам просто хана. Сейчас бахнет. Обосраться, обосраться, обосраться. Так, минус один пробил. Да их хоть как-то немножко отбивать. Это жопа просто. Писец, это вот сейчас было очень жестко. Я худею, просто отпиздякали нас так, что, ну, мы не говорим. Новые испытания, в смысле, платный мост, чуть такой. Это типа босс? О, ну нет. Японский сорокобель. Смотри, какой Кинг-Конг. И скажи нам, что его нужно спасти. Это будет самое страшное, что... Кстати, вот это можно убрать, вот это он, наверное, возьму, вот это возьму. А, у меня теперь вообще все хватает.
Победить босса, классно. Ну давай, рожай. Чтобы сделать вас сильнее, тролль, не дайте врагу прорваться. Хорошо, допустим. Классно, он еще и кидает. И куда ты делся? Ясно. На-на. О, так он, смотри, как пиздякает. Да хорош, ну. Пусть. Себастья. Да, стену пробил. Просто на изи. Тихо, 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 ты ставь сюда. Так, наравне. Это сюда. Бля, это просто жестко. Посмотри, мы ему даже не. Даже его не раздамажили. Совсем дурак, или чё? На, хотя бы так. Тихо, 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 на, вот так вот. Вот так вот. Давай, 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 технично, технично. Все засирай, все, что ставь, все, что возможно. В ряд этих солдатиков. Тролль в ярости, ну конечно. Я ему первую защиту снял. У меня почему-то улучшения нет, так бы я их улучшил хоть. Братья, ботяне, ботяне психуют. Ну он этих, конечно, не может пробить, типа. Давай, 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 технично, технично. Не обтираемся. Просто машем. Машем, машем, машем. Так, сюда. Хорош тут кавабанга устраивает. Ладно, допустим. Допустим, ты хитер. Но я ведь должен быть хитрее. Блин, плохо их еще улучшить нельзя. Было бы очень хорошо. Так, здесь он спрос, да? Так, есть. Допустим. Так. Блин. Оставила там камень. Так, сюда. Так, сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, тихо. Сюда. Да чтоб тебя. Я все это танками закидал. Пошел всем ебалом. Хорош. Тролль по-настоящему злится. Я понимаю, но что теперь делать? Хоть злится, хоть зазлится. Ну танк он все в себя берет. Чарли Чаплин гребаный. О, там эти пошли титаны сраные. На. Юб твою мать, там смотри сколько. Хорош.
На, прям на всю херачь. Так, чё? Есть кто? Вот так вот. Хорош, ты чё, посмотри, что творишь-то, уродит. Блин, этого забил. Посмотри, какой агрессивный, ёпта, но мне вообще ничего не дают сделать, я не успеваю восстанавливать. Хотя у него немножко осталось, как бы хпшки. Это нормально. Так, тихо. Ага, прекрасно. Так, эти пусть бьются, тогда херси. Сюда. Вот так вот. Досрал, хоть закидай свои стороны. Король побежден, мост очищен. Это было очень щит духа и очко улучшения. Вот сейчас посмотрим, как мне самое главное, да, достичь того, чего не жалко показать, да? Это что такое? Испытание памятника. Как раз посмотрим, что за улучшение. Угу, превратите. Так, вот улучшение есть эфир. Эфирные элементарии, так, вода, водяные элементарии стоят. Ну вот. По воде пойдем. Можно же водяные первые, правильно? Допустим. Хотя не знаю, но что нам это дало улучшение? Немножко. Ну, у них урон должен побольше быть. Допустим. Каменный памятник. Мне их разбить надо лечь. А, ясно. Спасти. Каждой точке по заточке после буквы М сказать хотел, но не сумел. Так, опа, не трогать то, что лежит в облаках. Ой, мама, смотри, что-то падает. Похожая на дуванчики. Пошел нахрен отсюда, я же сказал тебе по-русски. Вот это жопа. Причем глобально. Домой пошли. Нахрен пошел. Сюда пошел. Давай. Если он разобьет, нам жопа. Давай. Как он появился? Там еще один полупокер. Это плохо. Не туда поставил, прикинь. Ох, обед. Так, второй ряд. Грядет большая волна. Не надо мне большую волну. Так, главное защитников ставить. Все отлично. Вот так. Обороняем. Жестко обороняем. Иначе нам жопа. Этого еще сюда впендюрим. Вроде более-менее собрано. Так. А, нету этого. Все, защитники стоят. Так, ну вроде как вообще их ставить-то некуда. Уже все места закрыты, не? Все отлично. Не знаю, почему их нельзя качнуть. Водяной стоит. Ну, по урону они, кстати, стали помощнее. В каждой точке, по заточке, после буквы М сказать хотел, но не сумел. Сейчас мы просто всех будем ставить нахер. Чтобы они прям всех дамажили. Ряд. Дальненький камень. Ничего у вас тут как мало. Так, ты домой. Ё-моё, там посмотри сколько.
Ни хрена у вас тут. Все, все. Но я главное, что успел. Нельзя им дать уничтожить каменный круг. Фух, магистр искусств. Прекрасно. И что мы за это получили? Ясно. Дальше еще магический уровень. Классно. Классно, классно. Не, ну в целом суть понятна. Есть какие-то определенные улучшения. Ну это уже хоть какая-никакая мотивация. Ну, а так, в целом, любимая наша зомби-ферма, или как там ее называют-то правильно, где нужно строить, да, чтобы выжить. Ну, короче, понятно. Но это не мой формат совсем игр, на самом деле. Ну, прям затянуло что-то аж на 34 минуты. Я в шоке. В любом случае, ребятки, если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, бахайте в колокольчик. Ну и ждем новые интересные обзоры. На с вами был Хайлхант. Всем спасибо. Всем пока.